каждой из нас порой просыпается настоящая хозяйка, которая хочет видеть свой дом идеальным. И королева, которая хочет видеть в этом доме настоящую роскошь. Потому что мы достойны самого лучшего. Я хочу раскрыть в себе и показать вам обе эти ипостаси. И по такому случаю я отправляюсь навстречу переменам. Огромное креативное пространство с интерьерными шоурумами, где специально для вас отобрали самое лучшее из возможного. Как будто затаскивает меня в свои сети. Время здесь почти не ощущается, а эстетическое удовольствие просто зашкаливает. А если вдруг у меня, как обычно, разбегутся глаза, и мне захочется купить новую жилплощадь для того, чтобы вместить туда все, что понравилось, мне на помощь придут профессионалы. Только пройдя через ремонт, который, как известно, хуже переезда, мы осознаем, как тяжело подобрать то, что нужно именно нам. Гостиная, спальня, кухня и даже сад. Гармонично продуманные экспозиции создавались не один день для одной лишь цели, чтобы даже самый искушенный покупатель мог найти то, что ему по душе. А если этого не случилось, к вам всегда придут на помощь консультанты и профессионалы. Обсуждать проект своего интерьера, ютясь на выставочных диванах, больше не нужно, когда есть ресурсный центр и переговорные комнаты. Там представлены все медийные возможности для презентации. Ирина, подскажите, возможно ли создать люксовый проект для небольшого дома или квартиры? Безусловно, потому что, скажем, люксовые предметы мебели, они, скажем, могут быть совершенно разные по размеру, по значимости, но мы прекрасно должны просто отдавать себе отчет, что все должно смотреться единым, скажем, таким образом. И, конечно, соответствие архитектуры самой квартиры или дома предполагает органичное, скажем, дополнение интерьерными предметами. Обязательно нужно, конечно, участие профессионалов, потому что, ну, вы знаете, как часто бывает у людей, которые, скажем так, имеют возможности, много видели в мире, им хочется все и всегда сразу применительно к себе. Но мы же прекрасно понимаем, когда одеваемся, то есть нужно выдержать стиль, все. Это касается и также одежды, квартиры, дома, если мы говорим об интерьере. И возникает вопрос как раз-таки выбора прежде всего. Интерьер вашей мечты. Какой он? Роскошная классика, уютный фьюжн или стильный арт-деко? Хотите вы обставить весь дом в одном стиле или каждая станет своеобразной галереей для дизайнерских проектов? Как объединить все свои задумки в одно целое? Помимо товаров, представленных в каталогах или внутри экспозиции, возможно ли работать по индивидуальным проектам? Безусловно, это же есть основное требование, то есть индивидуальность к любому проекту. И иногда заказчику даже это помогает определиться в характере интерьера, который он хочет у себя иметь. И более того, это не на картинке, а в живом интерьере он может присесть, попробовать, какой комфортный диван будет у него дома, да, попробовать, насколько удобно ему пользоваться кроватью с хорошим высоким матрасом, как мы называем, это американский стандарт. То есть здесь очень много плюсов при выборе собственного стиля в квартире, в доме. И как раз-таки еще такая тема, как возможность покупки. Это все с выставки. Если говорить о интерьерных трендах и откуда они берутся. Существуют выставки. Американская, например, проводится 2 раза в год, а итальянская 1 раз в году. В Хайпойнте даже есть такие поинтеры, то есть специальный отчет споттеров, когда помечают дизайнеры американские, когда посещают выставки и клеят такие наклейки, споты на предметы, которые понравились. На основании этих отчетов, то есть предметы, которые набирают большее количество спотов, они формируют такую книжечку, ну, а-ля брендбук, то есть самые модные тенденции. Американские дизайнеры давно поняли, чтобы была еда вкусной, ее нужно готовить на красивой кухне. Чтобы семья чаще собиралась вместе, ей нужна красивая гостиная. Ну а чтобы любовь не гасла спустя годы, нужна красивая спальня. Ведь если у вас дворец, в нем всегда будет сказка. Лилиан Огуст, Кристофер Гай, Алиса Хэмптон, Ларри Ласло. Запомните эти имена. Они настоящие звезды дизайна, которые давно продумали предметы для интерьера вашей мечты. Осталось выбрать то, что по душе именно вам, и стать звездой в своем доме.
Как часто не туда поставленный светильник или неправильная картина портили общее впечатление от интерьера, который может считаться идеальным только тогда, когда каждая мелочь продумана. И что самое главное, нет ощущения незавершенности. Главный парадокс экспозиции – здесь подсвечник и ковер каким-то чудным образом не просто связаны и подходят друг другу, но и являются одним целым. Вы знаете, находясь в шоуруме лакшери брендов, мне сразу на ум приходит одна фраза – «высокий стиль для высоких отношений». Друзья, но это правда очень красиво.